конденсационный котел, действительно ли он экономит. 1 октября мы начали эксперимент. Вот здесь мы заменили обычный конвекционный старый котел на новый Italterm City Top. Это конденсационный котел мощностью 35 кВт, двухконтурный. Сегодня у нас 18 декабря. Мы приехали как бы регистрировать результат. Это будет промежуточный результат. У нас есть платежки за тот год и за этот. Это будет большое видео у нас на канале. Сегодня мы его доснимаем. И если вы смотрите этот шорт, значит, оно уже вышло. Так что, во-первых, обязательно поставь лайк. Во-вторых, подпишись. А в-третьих, иди смотреть видео.